Мы должны понимать, что война, которую нацисты на Украине под руководством США развернули против населения Донбасса, это война, которая имеет своей целью организацию вооруженного конфликта в Европе. Если бы Европейский Союз не поддерживал нацистов, если бы европейские политики не шли на поводу фашистской хунты, которая сегодня на Украине, не было бы украинской катастрофы. Потому что главное средство прекратить насилие, остановить войну, это прекратить Европе поддерживать фашистов. У меня призыв к европейским политикам научиться видеть правду, говорить правду и объективно оценивать события, а не просто идти на поводу американцев в страхе, что дядя Сэм накажет кого-то из европейских политиков.